помню, что мы делали в последний раз. Это было 2-3 недели назад, наверное. Я помню. Использовать контрольную точку. Так, ты где? Почему ты не лежишь камень вместе со мной? Потому что я еще не успел. Перемещение. Последняя контрольная точка. Ох, мы в это... Ух, еб... Что? Я вспомнил, где мы. А что? Там ничего страшного вроде не было. Мы же успели понять, что там. В зеленый путь или в руины? Куда нам надо? Я не помню. Я вот тоже. Руины, по-моему. Зеленый путь, по-моему, начало. Нам, блин, куда я зашел? Альт F4. Пора бежать. Блин, приседай на другую кнопку. Пора бежать. Бум. Стрелой в колено. Ага. Раньше я бегал до того, как поймал стрелу в колено. От товарища дезертира. Так, ну не да, там, мы у хранилища, и мы туда не могли войти, по-моему, да? Да, давай на другую точку. Не-не-не, все правильно, мы здесь. В смысле у нас... А, подожди. Нам надо в пещеру. Веди меня к выходу. Они идут. А у меня перезарядка. Какому выходу из выходов тебя вести? Скорее всего, который должен быть где-то в той стороне. Ну, нам туда, да. Вот туда, туда, туда. Ух ты, какие они. Вспоминаю, как уклоняться в этой игре. Воу-воу-воу-воу! Вспоминаем, что здесь вообще надо уклоняться. От всего. О, ты еще и передо мной выскочил, мразь. Ты как-то... видишь? О, чеко. А, вон она. А, промазал! Нет! Ну или так. Ой, вот это можно разрушить. Нет? Серьезно? На нас бегут. Надо перезарядиться. Зарубал просто, понимаешь? Нам вот сюда. Заколотил топориком, я бы сказала. У тебя что-то со здоровьем не очень. Мне так кажется. Да не болею я. Я не ты. Да я понял. Но со здоровьем у тебя все равно не очень. Почему нам показывают, что нам туда, но нам не, но по-моему, это то, откуда мы пришли. Да, скорее всего, это оттуда, тут мы... Фу, ты понял, да. Именно то, что ты сказал. Да я-то понял, что я сказал. Блин, они уклоняются от моих стрел, это нечестно. Ладно, зарядная путь. Ну, тогда, может, мы пойдем в другую сторону? Потому что это, по-моему, реально то, откуда мы пришли. Ну, зато мы их поубивали. Опыт. Да. Может, просто отсюда ты пойдёшь туда? А можно? Да. Ну, так я тебе говорю. Почему ты не на контрольную точку тэпнулся? Так я тэпнулся на контрольную точку. Ожидание остальных лизунов. Лизун ползет. Я так и понял. Присосался. Прилизался. Подлизался. Так, ну давай в руины. Придется бежать от руин. Снова? Да. У меня он просто... Либо я лоханулся, либо он мне не предлагал на последнюю контрольную точку. Вот. Ладно, пофармим.
Ну, я помню, тут их до хрена было. Элитки, которые дропают кристаллы. Ну да. Чё на спину идут? Не идут. Почему я не попадаю? Не знаю. О, элитка. Хочешь элитка подраться? Какой там большой, я тебе скажу. Он страшный, я скажу. Но у него есть крит. Сейчас он умрет, смотри. Не дал? Стал. Сзади. А ты мой. Или я твой. Как получится. А у них большие яйца, скажу я тебе. А я промазал мимо него. Он пригнулся. Он упал от твоего выстрела, я тебе больше скажу. Да, я видел. За нами кто-то бежит. Или перед нами кто-то бежит. Я бегу. Но ты не они. Я хуже. Патроны, патроны, сзади, патроны. Сзади. Как тебе? О, патроны. Патроны. Так, ну мы почти добежали, кстати, до туда. А, круто, болтом этим промазать, это лучшее, что могло быть. Ух ты, крита отпакнула. М? Патроны! Нет, патроны! Чё? Ты забрал патроны? Ну да. А нельзя было? Там, по-моему, босс был! Нет. Да, там был босс файт. Все, я вспомнил. Нет. Да. Не помнишь. Запускай. Ой, я не мог. Там было, короче, много-много народу. И нам надо было бить кого-то против кого-то. Да, да, да. В смысле, я не помню, я все помню. Ну, там вроде элитки были. Там кого только не было, чувак! Нас там как котят порвали. Но не сразу. Ты предлагаешь от этого? Да. Чтобы от того его. А, именно так. От того его надо. Ну ладно. Храм бессмертных. Там Мочилова идет. Да как к ним? Сразу же слышу липку. А, меня уже кто-то бьет. Ну-ка со стрелой в животе. Если бы я их еще видел по-нормальному. Как-то прикольно, я тебе скажу. Я просто тут нашел элитку, о которой ты говорил. По всей видимости. И как тебе? Да мне вообще огонь. Я уже вторую хилку юзал. Не доюзал. Меня там втроем за этого ли, заколупали. Она к тебе бежит, кстати. С той стороны, куда ты бежал. Спасибо. Ну вот как-то так, да. И ты больно сказал. Ну, все в тему. Ну да. Ты же в итоге как бы жив. Не важно, что умер, но ты же жив. Жив, но умер. Умер, но жив. Так, а как ты туда забрался? Я тоже так хочу. Пережить осаду. Может, просто направо все. Ау, у меня Лучник, уже говорят. Попу поэтовали. Лучники.
Там смотри, там справа стреляет периодически. Махнемся. Я за вижу я тебя. Привет, брат. Я не хочу твои копья. Можно я тебя постреляю? Кажется, у меня проблема. Кажется, у меня проблема, чувак. Да. А у меня нету. Но жаль, что это сарказм. Сарказм. Я не хочу сарказмировать. А, у меня за... О, ничего, они, блин, их дохрена так. Ну да. Их что-то прям много. А я что-то как-то умираю. Копье! У меня просто стрелы летят. Копье! Видимо, я умру. Не умирай. Пока, брат. Нет. Да. I go to you. You go I to die. I save you. No. Yes. I save your life. You save my ass. You will be alive. Ага, we will survive. На, рука подгорает. Мне кажется, сейчас попадут. Хинкасы, однако. Не знаю, в меня они почему-то очень хорошо попадают. По-моему, всех союзников перебили. Ой, а мне в глаз попали. Мне теперь стрела в глазу. Я не знаю, как еще я, короче, попал в этого чувака, ну да ладно. Я их в рукопашную, короче, бью. В жопу. Давай, там где-то элит. Берегись. Да, я прям... так ты его бьешь. Я, да. Ты да. Я подумал, я отойду. О, я подумал, я совсем отойду, наверное. Не, мне в принципе норм, у меня второе очко. У меня тоже второе очко. Нам, кстати, теперь на время очко дают. О, тут мага. Это хорошо, это радует. Я, короче, их просто в рукопашную, они меня достали уже, короче. Я что-то разыдывался прям. О, больничный какой-то, черт. А, там... их тут два, вау. Их тут два, я упал. Так что, удачи. You will survive, you will survive. Wow. А, прям вот так вот, да? О, со всех сторон просто бам-бам-бам стрелами такие. Офигеть. Это было... Надо было просто к тебе бежать, короче, а я что-то как-то поздно понял, что ты помер. Ты хоть заранее говоришь, и ты лежишь. Да я сказал! Нет. Ты такой, типа, умер, и потом такой, а я лежу. А я лежу. А почему ему сейчас вот стрелы в жопу воткнулись, а нифига не засчиталось по урону? Не знаю. Вот что-то дезертир спину прикрывать надо. Стокованное железо, как ты хотел. А, какой вучник? Тут рукопашник. Тут мечник. Ой, дезертир. Осторожно, лучник. Так, я хоть одного, надеюсь, убил. Кажется, у меня проблема. А вот болт я, походу, в него зря кинул. Изыди. Там еще один идет. Пусть идет, мне не жалко, я пока со здоровяком. Очень жестко, кстати, с ним дерусь. Мама мия. Как вы ж... раздражаете. Я жив. Я прям что-то разогрелся, разогнался, прям нормуль вообще так. Там надо мага только убить вот этого. Там еще двое. Кого? Да какой милишник? Я мага убил.
А я нет. Ой. А почему он у меня не уклонился-то? Он из блэкхола выжил. А, так это ты меня в блэк... Я думаю, че я отойти нет. не могу? Не-не-не, я... там далеко от тебя было. Я, ты типа... смотри, ты зря так... А ты, можно ты... не кидать такую? Ты зря так идешь, слышь? А ты мертв. Ну да. Давай, я готов, у меня еще овер до хрена всего, он тебя сейчас убьет, чувак, ты чё? Ты забыл про свою мега-фишку, когда ты не можешь ускользить с первого раза? Ты серьезно? Зачем ты это сделал? Я еще игру свернул зачем? Я хотел что-то посмотреть и свернул игру. То-то, я думаю, у меня белый экран смерти. Большая будет пауза. Ты меня слышишь, а я тебя не слышу. Сейчас я комп перезапущу. Все как мы любим. И вдруг я уже один. Мой напарник меня кинул. Так. Так, ну что ты тут? Еп. Ну побежали. 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 Две одинаковых бабы. Человека. Да, даже, сука, говорят одинаково. На тебя выбежали. Ох, ты любитель притягивать к себе при неприятности. При неприятности. Это так мило звучит. При неприятности? Да. Любитель при неприятностей. Наслаждайся этим словом. Приятных неприятностей. Лучник. Причем они очень меткие, ты зря так про них начал. Ну, в прошлый раз, когда я с ними дрался, они были не меткие. И сейчас они меткие. К сожалению. Мне просто проще их в рукопашку убивать. Ну, я уж посмотрел, как ты в рукопашку убиваешь. Ну, вполне нормально. Даже да не тыкай в меня! Даже очко на этом получил. Какой же ты противный. У меня еще режим не переключается. Дес. Чем мог? Я понимаю, я чуть не умер. Ну все нормально, мы вдвоем. Пока мы вдвоем, тут большой. Он бежит за тобой. Пока мы вдвоем, тут большой. Я, пожалуй, скачусь. Куда ниже, я не понимаю, но, пожалуй, я куда-нибудь скачусь. А. Ладно, ты мой. Так уж и быть. Так уж и быть. Так уж и быть. Так уж и быть. Чего у вас так до хрена-то? Не быть. Я мертв. Я не могу. Он... Места мало. Особенно куда я забираюсь, места мало, мне некуда бежать. Я все там же сижу, большой идет к тебе, но справа. Да мне главное было отказнуться от вот этого. Вот козлы, а? Я тебя преувеличиваю. Почему они тебя не сбили, хил? Потому что у меня же фишка на это, чтобы они не могли его сбить. В смысле фишка на это? В прямом. У меня же хилка на всю прокачана. О, еще два козла. Не, я реально не понял. В смысле у тебя фишка на то, чтобы тебе не сбивали? Я же хил. Пожалуйста, хил, не помирай. Я пробую, но тут и магии, и ой, ёп! И ой, ёп! В общем, там их много. Пробуй бежать через все поле по кругу. Что? Да. Он телепортируется и кидает копье! Да. Именно так. Пробуй бежать через все поле, говорю, чувак. Ты без вариантов. Если ты сдохнешь. Чувак, это очень
нехорошая идея. Прыгай. Беги. Я его убил. Красавец. Умри. Тут копия кто-то метает меня постоянно. Ух, хорошо. Красавчик. Красавчик, да. Стоять, мразь. Как грубо, сестра. Да я им тут сейчас нахреначу. А где они? Да вон он тут. О! Передо мной резко заспавнилось что-то. Я так понимаю, вот это вот. Да. Ладно, давай смотреть. Ладно, давай. Говори, чужак. Кому ты служишь? Полагаю, это правда. Я знаю твой народ. Ты факультек. Ты чужак. У нас диалог сломался. Хороший друг. Факультек Форд нам помог. Только из-за него я говорю с тобой. Они пытаются выведать у Форда, как найти нас. Спасибо за сочувствие. Королева держит его в Зиккурате. Храм легко найти. Но... не Форда. Ты меня видишь? Да. А не должен. Да. Привет. Продолжаем. Это Навун. Она была императорским стражем. Теперь возглавляет восстание против знати. На самом деле мы боремся с бессмертными прародителями знатных родов. Ведь знать обманули. Императрица дала им долгую жизнь и заставила пойти против нас. Эти рабы, калькеты, просто жертвы. Они выросли, веря, что служат бессмертным, что все предрешено. Но бессмертие — это ложь. Древо, что дает жизнь, мертво. Пусть и не все это знают. Много кругов. Около сотни ваших лет. Знать заточила его людей в пещере. Они убили всех. По крайней мере, так мы думали. Я нашла Форда вдали от пещеры. Вылечила и помогла вернуться домой. Хотела бы я сейчас ему помочь. Но им нужна я. Форд это понимает. Да, он несколько раз возвращался и всегда помогал оружием и знаниями своего мира. Он сказал, что Америка много знает о восстаниях. Последний раз он приходил 20 кругов назад. Сказал, что останется, будет жить и сражаться вместе с нами. Я была рада. Но знать поймала его и забрала. Он не вернулся. Я была императорским стражем. И вкусила плод жизни. Мне несколько сотен ваших лет. Хотя я ела плод очень давно, я все еще старею очень медленно. Это долгая история. Тебе правда интересно? Долгие годы императрица контролирует знать с помощью Тейн, древа жизни. Плод Тейн дает бессмертие. Но что древо мертво,
знают лишь приближенные императрицы. Знать догадывается об этом. Но пока они получают вожделенные плоды из запасов, они не задают лишних вопросов. Я знала это. Презирала это. Но продолжала служить. Бессмертие — это великий соблазн. Благородная мысль. Но на деле все сложнее. Запасы сокращались. Знать жаловалась, а простые люди страдали. Я видела это. И ничего не сделала. Чтобы успокоить знать, императрица обвинила деревню Ксока в краже. Меня отправили казнить жителей. Они были невиновны. Семьи, дети. В тот день я ушла от императрицы, и с тех пор борюсь с ней. Удачи в поисках. Чё, даже не дашь нам ничего? О, приоритеты дали, приоритеты. Кстати. Чё за фишка? Эффективность восстановления здоровья. Угу. Я палача в 20-ку вкачал. А я пока 18. Приоритеты, это типа ты будешь, ну, я думаю, не обязательно, но... Я еще рада тебе, покрутек. Угу. Навун. Это Навун. Удачи тебе, покупай. Не хочет она, короче, с нами торговать. А, у тебя случайно на ХП не получилось? Не появилась посередине маленькая полоска? Нет, а должна. У меня, значит, какой-то визуальный баг. Ну, у меня появилась она на... не посередине. Ну, у тебя ХП посередине, у меня она просто появилась с краю от ХП. Белая такая. Белая маленькая-маленькая? Да. Это просто, по идее, как раз-таки показывает, сколько восстанавливает у тебя хилка, и она почему-то появилась только тогда, когда нам дали вот этот талант. По крайней мере, я только сейчас его заметил. Ну. Хрен его знает. Мне кажется, если я сейчас сделаю вот так... Да, она просто будет пополняться потихоньку. Типа, не, она показывает не это, она показывает что-то другое. А, ну он. Окей. Ну просто восстанови себе ХП. У тебя стрелка сместится. А, да, все, я понял. Я понял. Это визуальная фигура. Нет, не пей, не пей, не пей, не пей. Это лишнее. Это лишнее. Это лишнее. Я не позволю тебе столько бухать здесь. Ладно, пойдем дальше. Пакультек. Пакультек. Ты так прикольнул это слово? Да. Пакультек. Пакультек. Это как будто тебя запаковали и пакультек. На деле. Неплохие у тебя сравнения. Я не знаю, что я сейчас сказал, я просто такой, знаешь, что первое в голову пришло. Я так и понял. Я ему говорю, неплохие у тебя сравнения. Странно, у меня разум работает. Чуть-чуть. Ну, это нормально. Дальше можно качать, по идее, катализатор, который я забросил, да? Катализатор, иди сюда. Ау. Я в тебя так-то вот выстрелил с маленького оружия. Я тебе не сильно больше урона нанес. Неплохо. Потому что кровотечение не накладывал. Неплохо. Ты пытаешься избавиться от кровотечения перекатами, серьезно? Я просто смотрю, умру ли я. Ты сейчас пытался от кровотечения избавиться перекатами, да? То есть вот перекатами. Ты серьезно, да? А вдруг я понимаю, что горение логично перекатами, даже на труде учили, но все-таки. А тут вдруг грязь в ранг попадет и перестанет, да? Вас на трудах, случайно, не учили, что если вы горите, надо по земле кататься? Да, нас учили, что надо быстро прижаться к земле, как вариант, и попросить кого-нибудь, типа, быстро вас бить. Чем-нибудь, типа, как куртками или прочим. А, я уж представляю, как тебя бить. Да я тоже, да. Странные уроки труда у тебя. Такой, почему мы этого не проходили, да?
Не, ну типа, если ты с кем-то, то вот так, а если один, то да, кататься там. Ну да, надо душить человека. Если просто дуть ему на ранку, то ничего не будет. Лево, право, лево. Надо право. Обязательно ее лизнуть. Так, ну давай прячь. Налево мы не ходим, поэтому пойдем налево. Все-таки интересно узнать, что там. Гениально. Ну, мы не ходим, персонажи-то могут. Ну, персонажи могут. Ну, тем более, что можно теперь направо. Все равно. Ой, жук! Дракон! Ты что такое? Жук-дракон! Ты кто такой? А Саламандра, вот. Талант. Талант? То, что она стреляет, тебя не волнует, да? Не, я... Талант. Талант, ибо уже дали. А, я понял, тебе дали чуть позже меня, наоборот. Тебе не больно? Ну, не норм вообще. Я не могу в это попасть. В это попасть. Я просто пока еще не определился, как я это должен называть. О, это? Дезертир. А, что-то полезное нашел. Симуклякр. Ну, короче, если что, ребят, он был вот тут. Вот тут, а. Где труп? Да, на скелетике. А чё я слышу такой... Не знаю. Ну, подойди. Сейчас сюда. Где? Стоп, а. Иду. Такое... Слышь? Я бы сказал, бы это не ж, а какой-то... Ну, вот так... Ну, что-то типа того. Ну, как, короче, у протосов. Да, есть такое. Вибрирует. Скорее всего, они так же, да, поют. Мне кажется, там тоже, да, кристалл вибрирует просто, и звук такой издает. Зачем мы пошли по кругу? Не знаю. А, ладно, изучаем локацию. Мы сами себя пустили по кругу. Да, когда нет врагов, есть мы. Одинокие барышни. Меня напрягает вон там одиноко стоящий старик. Меня не напрягает то, что у меня криты очень прям начали вылетать благодаря вот этой фигне. А, это очень классно. Я поэтому начал качать. Шанс крита. Вот это мне топорики сейчас прилетели. Black Hole! Он должен умереть. Я смотрю, как он умирает. Он... Логично, я понимаю, но все. Я тоже. Он умер. Логично. Не хватает места. Так, одна пачка. В смысле? О, не хватает места, я возьму. Не, у меня просто много очень, да, места. Я вижу эти летящие топоры. Я, главное, такой иду просто, который уклоняюсь от них, да? На, дабл килл, видал? Дабл килл, да. Я их раздамажил, ты добил. Ну. Дожил рифму. Сундук! Много лома, 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 лома. Кованое железо. Нам бы её оцинкованное. У них есть крит? Да, где-то в шее. Есть. В голове. Логично. Или в голове. Топорики. Или в жопе. И не только топорики. Мак мертв. Да ты болтом. Беспощадно. У меня криты прям такие жесткие стали, очень жесткие вылетать. Ты про желтенькие, красненькие? Про красные, у меня по сотке вылетают криты. Пойдем сюда назад. Ну подожди, тут просто маленький уголок. А тут тоже. А тут большой уголок. Ой, иду в большой уголок. Мы туда-то, по-моему, еще вернемся, а тут как раз таки это. Мне в любом случае там же обратно было чуть-чуть лома. Забирай. Кованое железо. У меня, правда, патроны кончаются. У меня более-менее. У меня не кончаются на этом, поэтому... Обычные мне, короче, пока оставляй. Короче, тебе красные не нужны, что ли? Так.
Знаешь, что я нашел? Проход? Дверь. А, даже так. Закрытую. Так давай откроем. Не получилось. Стоп, реально не получилось? Не, я тебя пошутил, конечно, не получилось. Зато... Я проверил все равно. Зато я вижу там какого-то чувака, который с нами может торговать. Вот через дырочку. Я подглядел за ним. Подглядун, да. Подглядатор. В дырочки подглядывать. Не, подглядун все-таки как-то приличнее звучит. Чем подглядатор? Чем подглядатор. Подглядатор как-то стрёмно звучит просто. Ни хрена она, серьезно? У меня так много хп. А, ты поверху, я понял, сюда защищаю. Ну ладно. Да, ну скорее всего я. Это у тебя рычаг. А нет, не закончился, я иду дальше. За мной, по-моему, воздух. Да, я видел. Добить бы ее еще. Короче, ребят, я за вами бегать не буду, бегите сами сюда. Ну ладно. Теперь ты наверху, а я внизу. Я не знаю, как это работает. Волшебно, я бы сказал бы. На то, что мне прописали сейчас голову. Так мило, когда они прописывают друг другу. Ты про нас? Ну, почти. Блин, не попал в него. Очко. Добей его, пожалуйста, я пока подхилю. Я тебе патрон нашел на ппшку. И врага. Пойду поджарю их. Тебе нужно на ппшку-то или нет? Да, да, да. Ну, у меня просто типа бонусы эти остались же еще. Ладно, ты там уже что-то исследуешь. Ну, я просто сундук нашел. Нельзя пройти мимо сундука, ты же понимаешь. Вон там. И вдруг... А, стоп, и там тоже. Окей. А мне вниз надо было прыгать? Ну, не. Вроде как нет. Там просто на склоне должны были лежать, может, я даже не туда пальнул. Ну, я пока ничего не вижу. Ты одну упаковку подобрал? Ну да. Вот. Хотя бы одну. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты про что? Ай-яй-яй! Топорики. Мы с тобой чуть-чуть разделились просто. Ну, бывает. Зато эти контент. Дерьмо. Одинокий. Но игра же кооперативная. Но мы-то нет. Я не смог увернуться от четырех топоров. Не дерись. В смысле не дерись? Да я не тебе. Мне тут томагавки кидают. Где это там вообще, боже ты мой? О, справилась. Хоть до тебя ну, дойду. Ну тут я. А, вижу. Ну у тебя еще много времени. Ну. Тут один меня месит. Пытается меня топорами попасть. Но он не может кидать выше колена, поэтому идет на тебя. Сейчас не хватало от него умереть, да? Ты с первым левелом топорика, мне просто интересно. Нет, ты с третьим. С третьим, ну, по-моему. Так, ты там все исследовал, да? Ничего не пропустил? Да, вроде бы. Ну, можем пробежаться вдвоем. Да ладно. Зная себя, я мог пропустить. Зная нас двоих, мы могли оба пропустить. Я там был. Под мостом все
исследовал. Под мостом? Ну, у меня там какой-то мост был. Хотя ты сказал, что ты вроде снизу был. А, вот тогда-то. Под тем мостом был, да. Так, ну, я думаю, что... Давай прямо вот здесь закончим. Давай. В общем, да, всем спасибо. Мы присели синхронно. Синхронно все. Сегодня синхронно все. Ладно, всем спасибо, ребят. Всем успехов. Давайте увидимся в следующей серии.